Всем доброе утро. У нас сегодня последний полный день на Северне, в Тромсе. Завтра мы улетаем обратно домой. За последние два дня очень много снега выпало. И посмотрите, проехали снегоуборщики, и все снег сыпали на дорожку. Но так как дорожка отапливается, поэтому снег на дорожке немножко подтаял, и нам удалось слепить снежную бабу. Я хотел сначала бабу слепить, но, по-моему, получился тролль. Где он там? Вот он. Привет, я тролль. А теперь идем дальше в музей, дом музей Амундсена. Мы давно собирались, а сегодня должны дойти. У нас северный медведь. Она себе сделала берлогу и там спит. И никуда не хочет идти. Маська, пошли. О, такие тучи красивые впереди. Мать, смотри, какие тучи красивые. А вечером, если все будет хорошо, если мы не очень сильно устанем, если будет хорошая погода, мы собрались на фуникулёре вот туда, на самую вершину. Вот там, наверх, на вершине, вот там вот, сейчас покажу поближе. Вот это здание фуникулёра. Пошли, Маска. Ты теперь чайка? Впереди зеленый домик. Это домик, в котором жил Амундсен. И оттуда, это его была последняя стоянка перед путешествием на Северный полюс. И в этом, здесь это было, он собирался, здесь он жил в этом домике. И теперь здесь дом-музей Амундсена. Ой, скользко. А Амали говорит, что она его боится. Сейчас мы покажем, почему она его боится. Портрет Амундсена. И Амали боится его носа. Он говорит, что очень страшный. А по-моему, очень такой норвежец. Вот его дом. А рядом с домом, прямо под домом, сейчас внутрь зайдем, прямо под дом фьорд. Ой, якорь заснеженный. Впереди зачехлены пушки китобойные. И фьорд. Закрыт. Видно, там идет реставрация, но мы через окошко можем посмотреть. Вот я мы видим. Там мы видим одежду Амундсена. Вот его. Вот такой вот. Вон это. Вон, да, мы сейчас все равно мы что-то увидим. Мы посмотрим музей снаружи. Тоже интересно. Вот там что есть внутри. Чайник явно не вписывается ни в пейзажи, ни в... Пойдем еще посмотрим. Вон там впереди красиво. Это что
Вон там видно даже впереди посуду. А, что еще есть интересного? А что это такое? А, это винт? Я думаю, что да. Кусок, да, это винт корабля. Я только догадываюсь, что это. Да, винт корабля, который показывается из-под снега. О. А он там впереди, он там еще в красном здании, это еще один арктический музей, но он тоже. Еще один, а все тот же. Ну, другой домик арктического музея. Да, это один домик. Почему? Есть зеленый домик, вот. Вот есть зеленый домик, здесь дом Амундсена, и есть красный домик, вот. Это арктический музей, но он тоже не работает. До 1 февраля. У них там тоже реставрационные работы зимние. Я не помню, что это. Это китобойные пушки. О, красивая какая панорама. Тромсе. Мы снимали с того берега, а сейчас противоположно. Красивая волна течет. И мост. Здесь нигде войти невозможно. Вот это все. Вот от моих ног. И вверх, 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 вверх. Это все снег. Вот такое. Он почти. Дом почти весь завален снегом. И он Амалия стоит. Где Амалия? Это ты, Амалия. Вот ты стоишь около дома, а все кругом снег. Вот так много снега. Вон там дома завалены снегом. Машины все завалены снегом. Вот там какое-то кафе написано. Мама нашла расчищенную дорожку. Пошли. Пошли. А мы деревянную дорожку. А? Деревянную. Пойдем посмотрим. Да, деревянную. Пошли посмотрим пушки. Пойдем. Ой, а там вертолет летит. И на каждом доме в городе вот такие. Ой, здесь мои. Настоящие. А? Да. Палатки. На каждом доме вот такие вот таблички написано, что в этом доме было, когда дом построен. То есть это старые дома в городе. Они все деревянные, сохранились в том виде, в котором и были, когда были построены. Я уже говорил, что в Тромсе очень много деревянных домов, сохранившихся. Практически неизменное с времен постройки. Здесь кафе. А, здесь кафе, ну да, ну, там было написано, что это кафе. А я хочу пушки посмотреть. Здесь где-то мы видели снизу, что где-то есть пушки. Они что-то очень сильно занесены снегом, эти пушки. А, вон пушка. Вот мы так гуляем. О. Я иду по целине. Идем к пушке. Вон пушка. О! Вон еще одна пушка занесена снегом. Пушка, пушка. Пушка, пушка.
Амалия, пушка, пушка. Ну не знаю, можно ли там добраться, да? А вот это наша, да, вот эта дорожка, по которой я прошелся. Это вот эта лыжня. Да, нет, там нету лыжни. Это дорожка, это я ее, мы оставили эту дорожку, потому что до нас никого нет. Да. Веревка. А, веревка протянута. Да, но ну, где-то веревка. О, ну можно. Я просто хотел подойти к пушке, но видно, к ней уже не подойдешь. А Маля, да, ну вот пушку можно только так посмотреть. Вот эта пушка. Этот контейнер весь вид портит. Да. И закрывает вид на северную церковь. Вот она. И тот дом тоже будет. У меня Малик. Это крабик. Он и боком ползет, крабик. Ко-ко. Куда он плывет-то? Вот сюда. This is part of the celebration that everyone okay. eats this, so you'll see them around the town. Yes. Thank you. You're welcome. Have a good day. Goodbye. Пошли. Ну, да. Туда. К берегу. Да, теперь к берегу. Вставай. Кисаки сбоку банкит. Курс молодого бойца. Да, мы поняли. Вылезайте. Привет. Привет.